Дню-кадал представляет. Эй, всем привет, с вами как Данил на канале снимать. И мы сейчас с вами будем проходить самую интересную игру про издевательские игры, о котором всегда говорится там, о микроволновке, о мышке вообще. Здесь вы можете нажать по этому сайту, потом о том и флимис выбрать. Здесь основан 1099 год, как и я тоже 1099 года родился. А микроволновка только 2001 года такая игра. Это Joya Cartoon называется это. Чё мы будем нажимать это? Ха-ха, конечно! А ты силач такой, смелый что ли? Так, я выбираю один. О, ездили. У него глазки закружились. Так, второй. Он так дрожит, еще это. А он еще и идет. Пока крейца микроволновка. Ладно, четвертый. Обгорелся хвост! Увидели, что стало? А чё я-то? Мне 24 года вообще-то. О, ты летаешь что ли? Нифига, какой ты фокусник. Опа. Ну-ка, сейчас повторим. А, глазки бегают туда-сюда. Ясненько. А он зажарился. Ребята, видели, что стало? Кажется, видно тут скелет. А он боится, что он умрет, а я не выпущу этого никогда. Это мышонка. Так, девятый. Он стал как воздушный шар. Ёбаный рот. Вот это да. Так, десятый. И сам взорвался, микроволновка взорвался. Так, глазки упали. А вот человечек. На нахуй, бришь ты мне еще пиздеть тут. Давай, десятый. О, пока еще не десятый. А, сайтик вылез. Вот оно что изнизу. Так, давайте. А, сайтик тут появился. О, видели? Сейчас обратите внимание. Там скелеты, почки, сердце. Ни хрена себе вообще. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы это никогда не пропускать мои лучшие видео, ребята. И давайте это, всем удачи и всем пока. Спасибо, друг, что досмотрел этот ролик вообще про издевательские игры. Нам еще другие сайты будут еще. А также, не знаю, там Чужие против Хищника, мы будем продолжать эту с вами, в такую игру играть с этого прохождения. Всем удачи и всем пока. Раньше здесь были читы-коды. Читы-коды, читы-коды, читы-коды. И вперед играть вместе со мной читами кодами ВК, одиночеством и приключениями.